Пожалуйста, эти песни почаще. Не знаю, я могу специально для вас. Вячеслав Антонов, его песни слушают миллионы в интернете. Он воспевает русскую глубинку и с песней как раз «За глубинку». Я на Новый год не куплю билет в Евро Диснейленд. Ни в Финляндию, ни в Лапландию, да и денег нет. Сяду в поезд я назло санкциям, да под стук колес. Стопка на столе, курица в фольге, хорошо до слез. Пусть провинция, пусть брутальная. Да? А инструмент как называется? Огонь! Ну скажи, как инструмент-то называется? Господи. Инструмент называется греческая гитара бузуки. Строй у нее, как у гитары, миссис соль. Очень эффектно. Да. Очень эффектно. Мандолины. Да, именно про нашу русскую глубинку на этой греческой бузуке. Ну давайте покажем ваше родное село Кадышево, Ульяна.